Всем привет, с вами Роман Мессер, это четвертый влог. Всем привет, с вами Роман Мессер, это четвертый влог. Поездка в Амстердам на фестивале State of Trance. Сейчас 3 утра, уже 4, наверное, вру. Едем в аэропорт, они уже приехали, и будем ждать своего рейса. Далее у нас пересадка в Риге, а затем в Амстердам. Оставайтесь с нами. Итак, мы уже в аэропорту, ждем нашего вылета. Но пока мы ждем нашего вылета, подписывайтесь на мой инстаграм, если вы не знаете, как это сделать, заходите в инстаграм, набираете Роман Мессер. И добавляетесь ко мне, друзья. Итак, мы прошли паспортный контроль. Сейчас направляемся на рейс. Прошли дьюти-фри. Надеваем собачью фуражку. Если бы меня взяли в детский сад работать игрушкой, то это было бы просто бы здорово. Это было бы очень здорово, но не возьмем. И тут я понял, что мне нужны другие чемоданы. Вот такие чемоданы. Скажите, а если вы не узнаете, кто я такой, вы не станете со мной дружить? Вы не станете со мной дружить? Итак, мы наконец сели в поезд и едем до отеля. Очень сложно, конечно, сказать, разобраться. Так, всем привет! Это второй день в Амстердаме. Уже завтра состоится фестиваль State of Trance. К нам присоединился Кирилл, наш переводчик. Вы можете помнить его по State of Trance, по моему визиту в State of Trance. Здесь, кстати, прикольный памятник. Но это не памятник, на самом деле. И сейчас мы идем в музей Мадам Тюссо.
Russian people.